Ребят, мы сейчас находимся на Патонге. Тут получается вещевой рынок, и вот эта сторона идет продуктовая, то есть именно сразу же готовят лавочки всякие, там гриль, да, супы и так далее, да, типа уличные еды. Короче, сейчас посмотрим, поснимаем, может что-нибудь вкусненькое увидим, заснимем, попробуем. А вот он фрукт, вот он в разрезе. Вот сок из него. Пашки. Рыба на углях. Рыба на углях. Не там, со мной. Это вообще на китайское что-то похоже, да? Даже по вкусу, да? Чувствуешь? Запах. Такой же. Рыба в Китае можем поесть. Здесь смузи разные делают. Смотри, какой фрукт интересный. Короче, не стал явство, взял себе просто курицу в кляре за 50. Она только что из масла достала ее. Второй раз уже беру у него супочку, вот этот том-ям с морепродуктами, объедение. Такой вот супчик заказала, стоит 100 бат. Здесь креветки, морепродукты. В общем, ребята, пробуем. Молочный бульончик, сливочный вкус. Просто объедение. Я здесь, сколько в Таиланде нахожусь, я бы только том-ям ела. Безумно вкусно. Он с рисовой лапшой. Здесь грибочки, креветки, кальмарчики. И вкус придает еще базилик и томат. Очень вкусно. Ням-ням. В общем, зашли мы в очередное кафе покушать. Катя заказала какой-то салат, огуречный тайский салат. Попробуем. Сладкий. Посмотрите. Вот остренький, ты не почувствовал? Нет. Yeah. Смотри здесь. Лайм. Аракис попадается, вкусно. А остроту не почувствовал? Нет. Yeah. Сильно сладкий. Вкусно? Суп том-ям. Обожаю его. Я теперь всегда во время еды заказываю том-ям. Ну везде том-ямы разные, каждый везде кафе. Разные, да. Да, поэтому каждый мы ищем. Давай. Но мне очень понравилось. Вчера том-ям мы ели на рынке. Очень понравилось. Знаешь, вкусно, не остро, не сильно остро. Ага. И не сильно кислый. Смотрите, вот, курица гриль. Макаем какой-то соус. О, лимон, а это острый соус? Сейчас попробую, соус. Ну, мне кажется, остро. Знаешь, я уже не пойму. После супчика? Да. Мясо там вкусно чень вообще. Очень остро. Я сейчас суп распробовал, он очень острый. Да, и блюдо быстро очень принесли, да, Катя? Мы заказали 4 блюда. Нам их буквально за 15 минут готовили и принесли. Еще, ну, хрящик такой хрустит, мне это нравится. Очень полезно, кстати.
хрящики кушать. А Ника почему ничего не кушает? Она мороженое не хочет. Она не хочет этот рис. И я спросила, как по-английски райс. Ну, не райс, а рис. Рис. Райс. И, ну, я спросила у них райс. Сказала, и... Она кидала. Все уже добрые. Она тебе положила рис. Угу. В общем, Полина, Вероника отказалась есть этот жареный рис с курицей. И сестра пошла для нее, попросила белый рис обычный. Смотрите, у нас на мою Дориану, у нее какой-то шоколадный. У меня шоколадная, и внутри тоже шоколад. А у меня везде дуряновая. Я буду сейчас пробовать. Подожди, я буду пробовать. Ну как? Смотрите, как оно выглядит. Можно я твоё попробую? Пожалуйста. Это пробовала бы я же. Я, пожалуйста, Полина. Говори. Я пробую такое, дуряновое мороженое вот такое. Поставьте лайк, пожалуйста. Пожалуйста. Миллион. Или нет? 1000 лайков. 1000. Лучше 1000. Мы уже два поставили лайков, а вы? 30-100. Да, 30. Нет, лучше не 30, а 130. Или вообще просто 30. Это мало. Ну, скрою нету. Когда 5 этих. Много. Скоро мы уедем. Скоро уедем. В Китай. Да? А мы хотим сюда. Так, у нас будет 1000 лайков. Нет, 14. Можно тут отдыхать. А как вкусно? Ты смотри, грязный. Смотрите, какая башня. А у меня гора. Я еще хочу. Похоже, кусок. Смотрите, какой большой банановый шейк. Еще остатки. Не влезло, да? Да. Картошка. Красивая. Как мне теперь спить-то? Придется вставать, подопить. С кем мы сидим? Не, ну как, кто это? Не знаю. Француза? Да. Я пробую свинину, еще есть яйцо. Морковка, лук и всякие, короче, овощи. Очень вкусное. Острое? Да, очень вкусное. Мне очень понравилось. Кукапирог. Я себе заказал краба с лапшой. Ребята, короче, очень вкусно. Краб с лапшой. Краб. Вот так вот это мяско выковыриваем. О, краб. Вкусно. Действительно, мы в Таиланде. Лапша вкусная. Морепродукты в Таиланде очень, я сказал бы, недорого стоят, поэтому практически все блюда у них идут с морепродуктами. Ну так вот, я выгребаю. На, Боля, попробуй. Краб. Полинке понравилось французский язык. Мы заехали в кафе по дороге. Тут все, наверное, по-французски говорят. О, красивый язык, да? Красиво? Язык красивый же, да? Нет. Такой, как будто поют. Да. Еще вот они выглядят по-русски. Французы, кстати, очень на русских похожи.